Говорит и показывает город-герой. Севастопольское информационное бюро. Первые новости города. В студии Маргарита Борисенко. Здравствуйте. Севастополь всей душой скорбит вместе с Донбассом. Вечером 14 марта в нашем городе прошла акция памяти жертв ракетного удара украинских силовиков по Донецку. Десятки севастопольцев собрались у фонтана в Комсомольском парке имени Марии Байды. Горожане зажгли свечи, возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания. К траурной акции присоединился губернатор Севастополя Михаил Развожаев, о чем он сообщил в своем телеграм-канале. Чудовищное событие сегодня произошло. Еще раз оно просто подчеркнуло красной линией вот все, что говорится о зверствах этого режима. Не знаю, как это даже назвать. Когда просто из злости, из какой-то, из, наверное, какого-то бессилия, отчаяния просто берется и стреляется по мирному живущему городу, по центру. И гибнут дети. Сегодня ребята, прежде всего наш штаб, мы вместе в Севастополь, который объединяет большое количество наших ребят, общественников, в том числе волонтеров, которые ездили в Ростов, чтобы помогали беженцам с Донбасса, с ЛНР, с ДНР, которые общались с людьми, которые лично эмоционально все это приняли. Напомним, 14 марта стало известно о взрыве в центре Донецка. По данным штаба территориальной обороны ДНР, в результате атаки вооруженных сил Украины ракетой «Точка-У» погибло 20 человек, среди них один ребенок. Число пострадавших к вечеру понедельника возросло до 36. Более трех десятков беженцев из Донецкой и Луганской народных республик заселили в севастопольский пансионат «Лазурь». До этого людей размещали в других местах временного пребывания на территории города. Среди эвакуированных спортсмены из баскетбольных команд, представляющих Донецк. Для них организовано бесплатное горячее питание и проживание на базе пансионата. Помощь переселенцам оказывает волонтерский штаб «Мы вместе Севастополь». К одному из корпусов пансионата «Лазурь» подъезжают автобусы. Из них с сумками и вещами выходят люди разного возраста. Все они – беженцы из республик Донбасса, вынужденные покинуть родной дом из-за активизировавшихся боевых действий и непрекращающихся обстрелов. Это люди, которые прибыли ранее, люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, где на данный момент им негде разместиться, поэтому вот пансионат «Лазурь» сегодня заселяется сюда. На сегодняшний день это прибыло 34 человека, и обязательно сейчас будем доселять уже, как и планировалось, 82 человека. Среди беженцев много людей преклонного возраста. Таисия Петровна Бортник, жительница Луганской Народной Республики, в общении с журналистами не может сдержать слез. Получила смс-ку. Срочная эвакуация. Ну и быстренько на автостанцию. Мне говорят, автобус будет 16:25. Бегом за вещами, вот что смогла, бросила в сумку. Ну и ехала, что делать, если срочная эвакуация, там кругом гремит. В пансионате «Лазурь» также разместили молодых ребят и девушек. В составе примерно полтора десятка человек из Донецкой Народной Республики. Как доехали в целом? Мы доехали очень комфортно. Нас приняли, все загрузили, помогли нам совсем. Сейчас разместят, хорошо все будет. Я так понимаю, вы спортсмены, да, из Донецкой Республики? Да, баскетболисты все. Как узнали информацию о том, что проводится эвакуация? Это были СМС? Наша федерация баскетбола нас оповестила о том, что прием идет от Муссона. Все баскетболисты, спортсменов молодых. Из-за этого мы поехали. Всех беженцев разместили в номерах пансионата «Лазурь», расположенного на северной стороне Севастополя. Для людей организовано бесплатное питание и проживание. По оценкам волонтерского штаба «Мы вместе», на сегодняшний день в наш город эвакуировались более 900 человек. В основном это жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской области Украины. Николай Кузнецов, Анатолий Паньков, Севинформбюро. Ремонт подземного пешеходного перехода на проспекте генерала Острякова полностью завершат до конца мая. 15 марта подрядчик объявил об окончании первой очереди работ. Строители полностью заменили аварийные лестничные пролеты и даже обезопасили объект от вандалов. Обновленную половину обещали открыть для пешеходов к вечеру вторника.
Ремонт подземного пешеходного перехода на проспекте генерала Острякова длится уже больше полугода. Еще на начальном этапе работ, когда строители убирали старую плитку, выяснилось, что несущие конструкции и ступени находятся в аварийном состоянии. Этот факт вынудил сдвинуть сроки завершения ремонта. Сейчас подрядчик полностью восстановил лестничные сходы в двух из четырех спусках. Уложил там гранитную плитку и отремонтировал плиты перекрытия. Полностью железобетонные ступеньки, их разбирают, полностью делают опалубку, не ставят готовые лестничные сходы, а полностью изготавливают опалубку, заливают, выжидают нормативный срок 28 суток и потом начинают укладку плитки. На объекте находится постоянно 3-4 человека, а при массивных больших объемах работ доходит до 20 человек. Дополнительные работы практически удвоили стоимость ремонта с 6,5 до 13 миллионов рублей. Когда начали демонтировать плитку, выяснилось, что ступеньки находятся в аварийном состоянии. И слава богу, что мы это обнаружили. Вот, и были проведены дополнительные работы и проектно-изыскательские, и было найдено дополнительное финансирование. Это было непросто, но эта задача была решена. Вот, и работы были выполнены, пусть в большие сроки, но зато надежно и качественно. До ремонта пешеходную артерию постоянно затапливало дождями. Сейчас здесь предусмотрели ливневую канализацию на подходах к подземному переходу. Также сточные трубы оборудовали и внутри путепровода. Дополнительно установили навесы. Для маломобильных пешеходов подготовили пандусы. Внутри сделали освещение. Также предусмотрели защиту от уличных художников, чтобы стены не оказались изуродованными граффити. Антивандальная плитка имеет покрытие, которое легко моется и не впитывает глубоко краску. Дополнительно глава Ленинского района Севастополя собирается обратиться в департамент городского хозяйства, чтобы установить в пешеходном переходе камеры видеонаблюдения. Обратимся максимально быстро для необходимости здесь установки камер, потому что, к сожалению, без камер сегодня сохранить подобные объекты будет невозможно. К сожалению, сегодня в Севастополе это происходит так. Наша молодежь не понимает о том, что нужно ценить труд других людей. Пользуют настолько ухищренные краски и разные, скажем так, химические элементы, которые, наверное, ни одна плитка не спасет, какое бы антивандальное покрытие на них не было. На время стройки подземный переход разделили на две части. На одной выполняли работы, другой по-прежнему пользовались пешеходы. К вечеру 15 марта людям пообещали открыть обновленную половину перехода, после чего приступить к ремонту оставшегося участка. Полностью сдать объект планируют к началу лета. Маргарита Борисенко, Александр Устич, Севинформбюро. В Балаклавском районе продолжается ремонт автомобильной дороги, соединяющей два села под Севастополем. 4-километровый участок между Штурмовым и Хмельницким будет полностью обновлен в апреле этого года. Сейчас на объекте работают более 10 единиц дорожной техники. Строители выбирают дни без осадков, чтобы заниматься укладкой верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Автомобильная дорога между селами Штурмовое и Хмельницкое играет важную роль. Участок протяженностью чуть более 4 километров позволяет частично разгрузить основной трафик, идущий по трассе Ялта-Севастополь. Из-за интенсивного движения, особенно в жаркий летний сезон, здесь стали появляться ямы и трещины. В этом году на участке начался ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На сегодняшний день у нас уже выполнено на 100% устройство выравнивающего слоя. Приближаемся к 50% по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Установлены бортовые камни порядка 90%. И ближайшая ориентировочная дата завершения строительно-монтажных работ у нас 10 апреля этого года. Проектом ремонта дороги предусмотрена замена бортовых камней и восстановление тротуаров. Согласно госконтракту, стоимость которого составляет более 50 миллионов рублей, на объекте также произведут укрепление обочин и щебеночно-песчаной смеси. Сейчас рабочие продолжают укладывать верхний слой покрытия, подстраивая свой график под севастопольскую погоду. Погодные условия не позволяли работать, долго стояли, занимались там обочинами, там фрезеровали дорогу. Асфальт нельзя было укладывать. На данный момент происходят работы по устройству верхнего слоя асфальтобетона. Задействовано 10 единиц техники, 7 дорожных рабочих. К
Как сообщает пресс-служба городского правительства, программа нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на 2022 год в Севастополе включает в себя 51 объект общей протяженностью более 57 километров. В настоящее время активно ведутся работы на 14 дорогах. Власти планируют полностью выполнить программу по ремонту до конца декабря. София Дроговоз, Николай Кузнецов, Юрий Реутин, Севинформбюро. Строительный мусор с берега Камышовой бухты и Херсонеса вывозят на территорию военного городка в районе бухты Казачьей. Вопиющий факт зафиксировал депутат Законодательного собрания Севастополя Вячеслав Горелов. Кадры с видеорегистратора он предоставил редакции телеканала НТС. В понедельник, 14 марта, парламентарий наблюдал, как вереница грузовиков с завидной регулярностью курсирует через ворота огороженной территории в районе бухты Казачьей. На месте также побывала и съемочная группа независимого телевидения Севастополя. В течение нескольких минут на полигон въехали по меньшей мере 6 самосвалов. За последние, буквально там может быть несколько недель, особенно за последние несколько дней, ситуация, как мне кажется, радикально ухудшилась. Есть факты вывоза строительного мусора и строительных отходов на территорию военного городка. Это не первый уже случай, но сейчас происходит следующее, что машины идут просто одна за одной, и на территории этого военного городка просто пыль столбом стоит. По всей видимости, машины идут из Херсонеса и из той стройки, которая находится на берегу Камышовой бухты. Сопроводив один из самосвалов, Вячеслав Горелов увидел, что опасные отходы вывозятся со стройки, которая расположена между береговой линией и жилыми домами в районе улицы Павла Корчагина. Здесь поблизости возводится школа водолазов, которая покинула свое привычное месторасположение из-за создания так называемого нового Херсонеса. О возникшей у берега Камышовой бухты стихийной свалки мы ранее рассказывали в эфире независимого телевидения Севастополя. По нашим данным, информация передана в 107-ю военную прокуратуру гарнизона Черноморского флота. А что касается того военного городка, о котором я говорю, и это требует проверки очень серьезной, территория этого военного городка тоже находится недалеко от берега Черного моря. Мне очень жаль, что это происходит, потому что вообще на самом деле земли для Министерства обороны предназначались совершенно для других целей, а именно для целей обороны и безопасности. Но никак не для того, чтобы складировался мусор строительный на этих полигонах. И необходимо проводить проверку. Редакция телеканала НТС готовит информационные запросы в ответственные ведомства и продолжит следить за ситуацией с незаконным перемещением отходов на территории города. При взыскании долгов приставы могут оставить гражданину сумму, равную установленному прожиточному минимуму. Таковы нормы нового закона, вступившего в силу в текущем году. Но для этого должнику необходимо обратиться в территориальное подразделение с соответствующим заявлением, напоминает руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Севастополю. В противном случае сотрудники ведомства могут списать все деньги. Заявление незамедлительно будет рассмотрено. Обратившийся должен указать расчетный счет, на котором он хочет сохранить прожиточный минимум. И судебным приставом исполнителя в банк, в кредитную организацию будет направлено постановление, которое будет исключать списание денежных средств в пределах прожиточного минимума. За прошлый год судебные приставы-исполнители в Севастополе взыскали задолженности по зарплате в размере более 11 миллионов рублей. Таким образом, 84 человека получили свои законные деньги. Также в Севастополе в полтора раза по сравнению с 2020 годом снизилось количество детей, не получающих алименты. В этом направлении было принудительно взыскано 176 миллионов рублей. Это вообще тенденция характерна для нашей службы из года в год, снижение количества детей, не получающих алименты. И снижение должников, в отношении которых судебные решения находятся на принудительном исполнении в нашей службе. Поэтому определенные позитивные решения, сдвиги в течение 2021 года, конечно, есть. И мы будем продолжать работать. Так, у нас на сегодняшний день трудится 45 судебных приставов-исполнителей. Нагрузка, конечно, колоссальная. За неуплату алиментов к уголовной ответственности были привлечены 103 жителя Севастополя. Также судебные приставы-исполнители разыскали 70 горожан, которые длительно уклонялись от содержания несовершеннолетних детей. В Севастополе продолжают искать партнеров для строительства собачьего приюта. Об этом во время общения с журналистами заявил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов. Сейчас работа эта вся идет активно. Соответственно, опять проводим процедуры отборов, то есть ищем потенциальных представителей, которые могут участвовать в этом, юридические лица. Но пока еще идет процесс. То есть какие-то сроки пока не обозначены? В течение года мы должны решить эту проблему.
Напомним, еще в конце 2020 года на телеканале НТС вышел сюжет об ужасных условиях содержания бездомных собак в приюте по адресу Монастырское шоссе 30. Подрядчик превратил указанное место в настоящий концлагерь для животных. После этого департамент городского хозяйства, несмотря даже на вмешательство прокуратуры, так и не смог заново запустить работу госуслуги ОСВВ – отлов, стерилизация, вакцинация и возврат. В итоге губернатор Севастополя заявил, что власти будут искать партнера для строительства современного приюта для бездомных животных, а процесс ОСВВ будет организован на базе учреждения «Парки и скверы». У нас есть же поручение губернатора, мы создаем уже на базе парков и скверов отдел, то есть сейчас будет приобретено автотранспортное средство, которое позволит нам комфортно для животных, то есть перемещать. Есть ветеринарная служба, которая сейчас уже в госзадании запланировала как раз лечение собак, операционные мероприятия проводить в отношении них. То есть эта работа сегодня основывается на работе нашего парка в скверах. Родители севастопольских школьников приняли участие во всероссийской проверочной работе. Цель ее проведения – помочь мамам и папам разобраться в том, что же такое ВПР, и дать им возможность почувствовать на себе, как будут проходить оценивания и в образовательных учреждениях города их детям. Очень много возникает вопросов у родителей, что же такое ВПР, всероссийские проверочные работы, как они проходят, какая процедура, и много возникает волнений иногда. И вот чтобы волнения этого не было, чтобы родители понимали, как проходит сама процедура всероссийских проверочных работ, сегодня у них и будет такая возможность. В этом году местом проведения всероссийских проверочных работ для севастопольских родителей стала средняя общеобразовательная школа номер 49. Помимо непосредственного тестирования, взрослым рассказали о правилах и этапах ВПР для учащихся, а также дали несколько советов, как успокоить ребенка накануне экзамена. Сами родители говорят, что нисколько не волнуются. Проверяется качество знаний ученика, которое он там набрал за год. Каждый год они пишут с 4 класса, начиная, пишут эти проверочные работы. Нам объясняла психолог, как подготовить своего ребенка, не нагнетать ситуацию, не пугать его, сказать, что ничего страшного не будет, но что нужно просто собраться и написать так, как ты понимаешь, до чего-то же они учатся. В этом году у родителей появилась возможность попробовать свои силы в ВПР в режиме онлайн. Всего им предстояло решить 14 заданий. Есть активные ссылки, которые размещены на чате непосредственно Департамента образования и науки города Севастополя и Регионального центра оценки качества образования. Эти ссылки активны, там есть задания. Каждый родитель может сейчас самостоятельно, если нет возможности поучаствовать вместе с нами, зайти по ссылке, скачать задание и постараться его выполнить. Всероссийские проверочные работы для школьников проводятся с 1 марта по конец мая. В них могут попробовать свои силы учащиеся с 4 по 11 классы. К этому часу все. За развитием событий следите вместе с выпусками Севинформбюро. Телефон редакции городской 59-00-60, а также мобильный +7 978 931 31. Уточнить информацию или оставить свою вы можете на нашем сайте ntsdefis.tv.com. Ждите новостей. До встречи!